приснился. В общем, Милана вчера рассказывала про то, что в деревню врывались немцы, просили еду и воровали все, что они видели. Ребят, что нам одинаковый сон приснился? Такой раз, возможно? Нет. Может, это видение какое-то? Может, это галлюцинация? Вас ничего не снилось, ребят, вам? Ну, все то же самое. Мне снится сон. Я во сне понимаю, что это сон. И я вижу, что вы все напуганы. Я тебя во сне спасал, между прочим. Спасал он меня, знаешь? Ты говно не мог во сне руками трогать. Я говорю, держи этого. Знаешь ли, говно руками трогать я все, не хочу. Все, говно к деньгам. Я говорю, мы сегодня заработаем деньги. Точно. Пожалуйста, сука. Да прости, случайно. Дай сюда. Вась, я тебе сейчас... Прекратите. Дай сюда. Дай сюда. Да я случайно, прости. Я вытаскивал свои продукты, а Вася орет, продукты не отдавай. Я говорю, Васич, тут жизнь решается, а он за продукты все переживает. Даже во сне, Вася, ты у меня сегодня за продукты переживал. Надо пойти, короче, в какой-нибудь парк, где есть точно какой-нибудь гитарист. Я возьму гитару, и мы можем спеть опять что-нибудь. Ребят, вы поймите, что без меня здесь вы ничего не заработаете. Я с тобой, Катя! И я с тобой! Мы с тобой! Вот, ну ладно, серьезно. Только трое можно. Ну, вот мне нравится, конечно, что вы хотите все со мной пойти. Че, Васич, Юра и я. Ну, да. Я! Ну, вчера ходили, может быть... Ты как-то... охренела, что ли, Катя? Вот ты только что спросила, кто со мной, все. А теперь условия ставят. Давай без Васича, он сегодня какой-то злой какой-то немножко. Ну вот сегодня, если сегодня воскресенье, то, ребята, я советую нам идти по электричкам. Сегодня дачников каким много. Электричкам? Какие по дачники? Электричкам? Уже холод собачий. Да ты издеваешься? Ты че? Электричка это золотая жила. А особенно давайте... воскресенье. Нет, мы реально подожди. Заработаем пятеру, если хотя бы 6, 5, 7 веток сделаем. Знаете, что можно сделать? У нас есть 200 рублей, мы можем купить 7. И продавать семечки. Если ты споешь в электричке, все будут адски рады, что ты закончила, и просто будут платить за то, чтобы ты ушла из вагона. Ты понимаешь, сколько мы денег заработаем? Ты понимаешь, сколько мы заработаем?